Люберцах прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта. Участники круглого стола обсудили подробности компенсационного озеленения. В зоне реконструкции определено 16 адресов, где высадят деревья и кустарники. В ближайшие две недели сотрудники администрации и инициативная группа жителей пройдут по всем адресам, чтобы согласовать план, график и частоту посадки растений. Обход территории начнется в понедельник с дома 203 на Октябрьском проспекте. Кроме того, на встрече принято решение отправить запрос в Совет депутатов для совместной работы по наиболее актуальным вопросам реконструкции главной магистрали Люберец. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.